Привет, стражи! Меня зовут Джонни Лейни, и это новое видео по Destiny 2 на канале Triple Vibe. Сегодня, в пятницу 15 сентября, в игре появился торговец Зур, который был еще в первой части и приносил особый ассортимент экзотических вещей для игроков каждые выходные. Время его присутствия в игре ограничено. На своем месте он пробудет с 12 часов пятницы до 12 часов воскресенья. В свой первый визит остановился торговец на планете Несс, в локации Могила Смотрителя. Его местоположение указано на карте локации. А ассортимент на эти выходные – экзотическая фьюженка «Безжалостный», цена 29 легендарных осколков. Очень полезная фьюженка, особенно на последней стадии рейда Левиафан. Каждое нанесение урона с этой фьюженки будет увеличивать темп стрельбы. То есть при стрельбе по боссу, например, вы сможете разогнать ее до темпа стрельбы обычной скаутки при огромном уроне. Однозначно рекомендую к покупке. Экзотическая броня на Хантера – поток Рейдена. Цена 23 легендарных осколка. Благодаря ее основному перку, быстрые и успешные атаки электрическим посохом увеличат урон и продолжительность супера. Отличный выбор для громобежца. Экзотические перчатки на Титана, наплечник с клыками погибели. 23 легендарных осколка. Перчатки для сабкласса Покровитель. Убийство Войдовым щитом в ближнем бою перезаряжает возможность его броска, а убийство способностями в ближнем бою быстрее откатят ваш супер. Экзотическая броня на Варлока – Крылья Священного Рассвета. Цена все та же – 23 легендарных осколка. Кроме того, что это один из самых красивых экзотиков в игре, основной перк позволит вам зависать в воздухе при прицеливании, если вы играете за Клинка Зари. Попадание в крит врагу в таком положении продлят эффект. Вот и весь ассортимент. Очень не густо, да, никаких пачек патронов, как я надеялся, или дополнительных модификаторов брони, что странно. Но, возможно, его ассортимент на стадии формирования, будем следить. А тебе, Guardian, спасибо за просмотр, ставь лайк под роликом, подпишись на канал Triple Vibe, а еще напомню, что сегодня вечером в 8 часов стартует ивент испытания 9. Я обязательно буду стримить в это время, так что жду вас на Твиче. Пока!